Добрый день! Меня зовут Глумакова Надежда. Я занимаюсь студией «Кружевница». Под руководством Веры Михайловны Сапрыкиной мы возрождаем старинное ремесло кружевоплетения на коклюшках, которое было распространено в Тамбовском крае. Изучаем традиции и обычаи наших народов, старинные техники кружевоплетения. Сегодня я хочу представить вашему вниманию мастер-класс по плетению передней полочки болеро «Очарование». Я намотала нити особенным образом, белого и бежевого цвета, и начала плести изделие по сколку, то есть рисунку, полотнянкой. Полотнянка – это перевив нитей, которые висят строго перпендикулярно друг другу. Особенность плетения заключается в том, что изделие плетется перевив крайних пар. Мы перевиваем крайние пары, то есть лево-лево, левую через правую, лево-лево, левую через правую. Нить, которая проходит через все пары, называется ходовой, а нити, которые висят перпендикулярно друг другу, называются долевыми. Остальные пары мы проходим себе с перевива, то есть вот так. Так мы доходим до крайней. Дойдя до крайней, мы делаем перевив. Лево, лево, левую через правую. Лево, лево, левую через правую. И ставим булавку. И также продолжаем плести все изделие от кромки к кромке. В процессе работы я выполняла мотив солнышка. А также на основке, ромбы, квадраты и другие. Плетение на коклюшках – это кропотливый процесс, который требует достаточно много времени. Я плела-плела коклюшками, всевозможные узоры вилюшками. Перевивы в мотивы слагались, кружевные изделия получались. Так у вас может получиться вот такое изделие. То есть беру. Спасибо за внимание.